Так вот, строительство идет. Строительство идет и в городе Магнитогорске. Если кто-то собирается уезжать, да уезжайте, господи, боже мой. Люди другие придут. Тем более аренда будет чуть-чуть дешевле. То, чем мы сейчас занимаемся и куда мы приехали. Мы приехали на поселок Соты. Для того, чтобы вам показать новое строительство. И это новые технологии. То есть здесь сегодня и сейчас в очень быстром темпе вам возводится целиком залитый бетонный пол. Как это делается? Давайте зайдем. Когда мы говорим об идеальных полах, вы думаете, что мы лукавим? Да нет. В нашем случае мы говорим об идеальных и ровных полах из Магнитогорска. Да таких, что славят наш город по России и СНГ, а точнее по Союзу. То есть не верите? Опять. Ну вот я вам даю опыт, которому скоро будет 10 лет. Ну не 10, а 7 лет, но по сути событий вы в этом можете убедиться легко. Мойка автомобилей 555. Ну вы ее знаете. Выезд из города по старой дороге на Челябинск. Да заедьте сами и посмотрите, на каких полах моется ваша машина. На идеальных. Другой вариант. Несколько домов в Нежном. Красотища. Везде цемент лопается, здесь нет. Да потому что есть технология. Да, в городе плиток для пола много. Но определимся, лучший вариант – это асфальт. Сломался – переложили. Цемент и примеси – это не для проката машин. Но не в этом случае. Потому что технологии, задуманные здесь, они работают. И даже если полы от лидера, они не ломаются. Конечно, время течет быстро. Но для нас то, что делается в кризисе, и по сути события от шабашки до шабашки, и если честно, то их крайне мало. И мы не говорим, что время течет быстро. Нет, дорогие мои, время идет не спеша. И вот в этом суть для нашего ТВ. Мы стараемся делать качество. А оно, по сути, нужно лишь 3% бизнесменов. Ну да ладно, мы на них и работаем. И вот оно, то самое качество. В чем оно кроется? Естественно, в людях. Мало того, чтобы их подготовить, необходимо вооружить. Чем? Да в нашем случае лучшим миксером в городе. С возможностью доставки идеального бетона в любое место. Что, так сложно? А как вы хотели? Старая технология в данном случае отмирает. Лучше то, что дают на гора идеально замешанный цемент в точку доступа. Здесь нет ведер, ничего. Да, это стоит круто, но и крутой результат. Идеальность оного в добавках, которые не позволяют ему лопаться, и в присадках, позволяющих сдерживать сопротивление. Круто? И хотелось бы так же? Но по сути событий, вам проще позвонить по телефону и все. Или вы хотите понять, что процесс воспитания людей прост? Ну что вы думаете то? Вы же знаете всех строителей. Но не эти строители здесь. Здесь работают лучшие. А по деньгам выигрываете вы или нет? Так вот мы вам говорим о лучших полах России, сделанных в Магнитогорске. У нас цена вопроса 500 рублей. Мы выводим по чистой ноль. То есть впоследствии не надо будет выравнивать самовыравнивающими смесями. То есть можно говорить, что мы по вашему полу можно и в бильярд играть, если честно? Да, можно. Вот это клево, да? Мало того, другой вариант вопроса. Да? То есть обратившись к тем, ну, кто делает это типа дешевле, чем вас. Мы посмотрим на этот пол, который за вашей спиной, да, вот просто покажу я. То есть он будет абсолютно идеальный во всех направлениях. Да, абсолютно идеально ровный пол. Впоследствии, что будет часовая отделка какая, либо это будет ламинат, либо это будет керамогранит. То есть если керамогранит, то значит экономия по клеевому раствору. Если это будет ламинат, то ложится 2-миллиметровая подложка и устраивается ламинат. Вообще никаких проблем не существует, да ведь? Нет, вообще абсолютно никаких. То есть чуть-чуть взять денег, ну, в принципе, можно и в кредит, почему нет? В любом случае, этот пол гораздо будет дольше служить. То есть, ну, вот у меня, допустим, тоже был дом, да? Построили его разные люди, да? Пришлось целиком входную группу разобрать. Здесь такого не получится? Нет, мы согласовываем с заказчиком отметки, то есть по этим отметкам мы выводим. Где необходимо сделать разуклонки, то есть мы как бы повторяем требования заказчика.
Итак, вы поняли сущность. Тема-то какая? Ну, каждому нужно качество. Ну, смотрите, дома продаются для вас. Это свой дом, но как он сделан? Вы идеальную квартиру часто покупали? Нет, не часто. В 90 случаях вы ее ломали и переделывали. Мы вас возвращаем в те 10% идеальных домов с лучшими полами в России. Вы не верите? Ну так вот, тот же самый пол через 2 дня зацементировался. И посмотрите качество работ. Идеальный и ровный пол на дистанции в 200 метров. Круто, да можно сделать и 1,5 километра, и 2, и 3. Вместе с лучшими полами из Магнитогорска. Ну скажите мне, кто так сможет? Я думаю, что никто. Хотите идеальный пол? Вот вам телефон. Будет вам идеальный пол, изумительный, прочный и ровный. На века. Вот какой пол вам нужен. Вот это бизнес, вот это правило работ я люблю. То есть, с точки зрения инженера-металлурга теплотехника, ну, в смысле, я энергетик был, теплотехник. Потому что, когда я поступал, в свое-то время я поступал на энергетический факультет. Хорошая специальность была. И меня этому делу тоже научили. То есть, что мы видим за моей спиной? Замечательные теплые полы. Это лучше, чем ваши батареи. Уж поверьте мне, когда весь пол греется, это круто. Да, это стоит немножко, чуть-чуть подороже. Но зато и работают дольше. Тем более, вы посмотрели, да, какие полы изумительные. Они будут вас радовать и, похоже, не один десятый лет. Что касаемо покрытия, да, вот про покрытие мы с вами и говорим, да. Такого покрытия в городе еще никто не делает. То есть здесь включены немецкие технологии. То есть этот пол не будет растрескиваться. У него есть специальное основание, базальтовая плита. То есть это дело собирается, и ваш пол будет в точности таким, каким мы вам еще и продемонстрировали. Не растрескается, будет изумительно работать. Теперь возникает вопрос, как эти люди работают? Да, они ездят на вот такой машине. То есть это нормальная работа. То есть люди зарабатывают деньги, получают результат. Здесь никто никого не обманывает. И поэтому отношение к труду немножко другое. Вы получаете грамотный результат. Грамотный результат и за, в принципе, не вполне приличные деньги. То есть деньги небольшие, по сути, событий. Но они вас радовать должны. И будут радовать достаточно долго.